Мое вам здравствуйте, господа. Рекламка. EP.NSB, ссылка в описании. Телеграм-канал, ребят. Заходите, человек за вас все сделает. Положит вот по таким ценам кристаллы, монеты, что угодно. Вот это, кстати, усиление Санты очень выгодное. Вы когда будете проходить фестиваль? Где это Санта? И вот здесь загорится этот подарочек еще. Можно будет этот подарочек скрыть, и там ништяки будут сыпаться. Мы, ребята, X10 крутанем. Сильная охота вот этого героя убирает всех вражеских прислужников. Прислужники до боли толстые стали, уже не съедает их. Ни 3 ульты, ни 4. Моноцветом скоро придется ходить. К чему не призывал никогда, к тому и пришли, короче. X10 делаем. Хочем Агиму. Игра, дай нам Агиму. Услышь, пожалуйста. Чувствую, даст ГГМ этого беспонтового в декабре. Видели, какой вообще он? Нет там. Никакой вообще, я бы сказал. Кэнди. Со средней маной. Дендров было много у меня уже. Опять Кэнди. Сломался. Ну, желтый идет. Ну, где-то рядом. Гарриас какой-то. Четверка. Я, по-моему, его уже только что ловил, ребят. Я там крутил немножко. Пару жетончиков. Орла. Или Орла. Ну, я же говорю, говноболура этого дадут. В прошлом месяце X90, наверное, дал. X100. И не было ГМа. Тут с одной крутки. Ну, вы посмотрите, он со средней маной бьет в одну цель. И одна цель кровотечением. Пассивочка восстанавливает здоровье. Что тут, какие-то копейки. И нельзя ему атаку подрезать. Был бы с быстрой маной или с очень быстрой, я бы его еще понял. А так он вообще в помойку идет. Этот со средней маной наносит 295 урона цель. Ну ладно, давайте целого найдем. Ладно, этого хватит. И больше маны, либо меньше маны, короче. Силу щитов. На титана его, в принципе, брать большого смысла не имеет. Вот тут семья есть, плюс 5% генерации маны. Но на очень быстрой войне он зайдет, возможно. Будет 6-камневый. Так, ребят, как есть. Вам удачи в призывах. Пока-пока.